Сегодня речь пойдет о Сагамоне Тейлериане, о человеке, имя которого известно, наверное, каждому армянину, ну и, наверное, тем, кто занимается юриспруденцией. Ведь Сагамон стал, возможно, первым человеком в новейшей истории, совершившим убийство, за которое был оправдан. И не просто оправдан, но и надо признать, что после этого случая польский юрист Рафаэль Лемкин предложил термин «геноцид». Сагамона Тейлериана мы вспомним немного в другом контексте, в бытовом, если хотите. Не о том, что везде написано, без шаблонов. Скажем, сделаем краткий взгляд изнутри. А краткие, потому что эфирное время просто не выдержит вашего внимания. Но обещаю, многое вы узнаете, возможно, впервые. А для этого нужно отправиться в Сербию, в город Валево, где одно время жили тейлерианы и занимались небольшим семейным делом. Семья тейлерианов изначально поселилась здесь, в Валево. Вот этот дом, он сохранился в своем первоначальном виде, разве что небольшой косметический ремонт был здесь сделан. На первом этаже здесь у них находилась кофейня. Занимались они небольшим предпринимательской деятельностью. А на втором этаже, собственно говоря, проживали сами тейлерианы и еще несколько армянских семей. Вот мы заходим в дом, где жил Сагамон Тейлериан, его родители. Сейчас в этом доме живет сербская семья. Я так понимаю, здесь гостиная, да? Там спальня была. Здесь, в Валево, я встретился с одним из потомков Сагамона Тейлериана, внуком Завеном Тер-Хазаряном, который продолжает жить в Сербии, в отличие от многочисленных других родственников, перебравшихся в Штаты. Завен – главный врач Валевской больницы, женат на сербке, имеет 18-летнего сына, который пошел по стопам отца и поступил в медицинский колледж. Это Мисак. Он был солдатом бригады Андроника Озаняна. Мисак и Сагамон воевали в русско-турецкую войну на стороне русских. Аветис и все эти женщины погибли во время геноцида армян, кроме этой нашей бабушки Арминуи, которая попала в турецкий гарем. Туркаган харем нестеле. Но спустя 2 года ее нашел и привез в Сербию Мисак. Получается, что предки Сагамона Тейлериана прибыли в Валево, в Сербию, еще до геноцида армян в Турции, судя по тому, что мы увидели. А как так получилось? Еще задолго до того, как начался геноцид армян в Турции, отец Сагамона Хачатур Тейлериан приехал на Балканы. Искал наиболее благоприятные места, чтобы организовать свое дело, свой бизнес. Объехал много мест, чтобы прозондировать почву для будущего семейного дела. Искал много где, и пришлось искать долго. В конце концов, он остановил свой выбор на Валево,
Здесь он открывает первое в городе кафе вместе с братом Асатуром. Гукан Балево, Аздер Карак Балево, Порот Тешняр. Кафе быстро стало популярным среди сербов, так как в этом маленьком городке сербы понятия не имели о кафе, где можно весело с семьей или друзьями проводить время за чашечкой кофе. Кофе пили только в своих домах, поэтому бизнес выдался вполне успешным. Но здесь были только братья Хачатур и Асатур. Сама же семья все еще находилась в Турции. А большую часть заработка Хачатур отправлял родным в Турцию, Бакарич, Эрзенга, Эрзрум, где жила наша большая семья тейлерианов. И жили, надо сказать, тоже безбедно, так как имели большое хозяйство, были обеспеченными людьми. Кстати, один из сыновей Хачатура, Аветис, который позже был тоже убит турками, с помощью отца, заработанных им в сербском кафе, смог отучиться и окончил медицинский университет в Бейруте и еще до геноцида стал врачом. Другие дети, Мисак и Седрак, приехали сюда, в Сербию, помогать в бизнесе. Вот именно они позже и сменили свою фамилию на Маркович, чтобы быть ближе к Сербии, в результате чего в документах фигурирует как Хачатур Маркович. В то время сербы ревностно относились не к славянским фамилиям. Турок не жаловали, а мы, так как были выходцами оттуда, вызывали у них подозрения. И чтобы не возникало проблем и вопросов, они стали Марковичами. А когда Сагамон отомстил Талаату Паше в Берлине, в 1921 году всей семье тейлерианов и вовсе пришлось менять свои фамилии. А сам Сагамон стал Саро Меликяном. Анун Саро Маганун Меликян. Другой брат Самуэль, который также Валева, берет себе фамилию Оскян. Аздерне Маршандиз Гне Маганун Арнере Оскян. У нас сейчас в Ереване есть дядя Аро Оскян, соответственно, по линии Самуэля Оскяна. Аро Оскян. Оскян Самуэлин Горме. Сагамон Тейлериан жил в Валево 2-3 года после суда в Берлине, в течение которых и решает жениться на Анаит Татикян, с которой он познакомился в Тифлисе, где он был с 1914 по 16 год. Тифлиси. Ерпор Хазар Иннехайрур Дасна Чорсин, Дасна Хингин, Дасна Ветин, Айндехре. У Хачатура были братья Мисак, вот здесь Сагамон, Седрак и Аветис.
В общей сложности семья потеряла 85 родных. Это во время геноцида армян. Сагамон увидел во сне свою мать, которая дает ему напутствие отомстить. Вот это мама Сагамона. Кстати, на этой фотографии семья Тейлерианов, запечатлевшаяся на фоне нового купленного отцом автомобиля, первым авто в семье. Через некоторое время часть этих персонажей вернутся домой в Турцию, где их будут ожидать пытки. Это фото сделано в Алево. Это Месак Тейлериан, рядом его дочь Арменуи, дядя Нерсес Маркович Тейлериан, другой брат Седрак Маркович Тейлериан. Он владел магазином Валева. Это дед Хачатур, а тот его брат Асатур, у которого был магазин антиквариатов. Дед Оскян, или как на сербский лад его называли, Дедо Владко. Деда Хорефар Златко. Златко. А эти мужчины, многочисленные родственники Сагамона Тейлериана, Месак Тейлериан Маркович, Нерсес Тейлериан Маркович, Агоп Баронян, Парон Осканян, Хачадур и Асадур Тейлериан Маркович. Все они потеряли своих жен во время геноцида армян, пока сами обороняли Эрзинджан. Позже оказалось, что жены этих мужчин стали наложницами гаремов. К этому времени все эти мужчины снова женились, а женами стали армянки из Греции. Согласитесь, сложно смотреть на это фото и осознавать, что почти вся эта женская половина была убита в то время, как мужчины, одни были в партизанских отрядах, другим весть дошла слишком поздно до Валева. После происшедшего в Турции геноцида армян, Сагамон Тейлериан нес себе идею революции, идею отомщения. В этом его поддерживал и Дашнак Цутюн. Такие идеи были у всех, и у членов дашнакского движения, и у бойцов наших армянских, у Шагана Натали, и Сагамон был не исключением. Злоба и отомщение организаторам геноцида теплилось и разогревалось у всех. Особенно у тех, кто потерял своих родных и близких. Идея реванша была приоритетной задачей. Разве что это не одобряли дашнаки в Ереване и Тбилиси. Не знаю, по какой причине. Возможно, были в сговоре с большевиками. Возможно. Не могу сказать точно. Так получилось, что в те годы Сагамон учился в политехникуме Берлина по специальности инженер-машиностроитель и состоял в близких дружеских отношениях с Шаганом Натали, Пастером Маджаном и Арменом Каро. Они видели в Сагамоне того человека, кто должен был отомстить Талаату Паше. Он и сделал это, когда Талаат оказался в Берлине. Долгое время мои предки, родные Сагамона в Сербии, не знали о нем ничего. Никакой информации не было. Даже когда Сагамон оказался за решеткой и во время суда, мы ничего не знали. Он тщательно скрывал о нашем существовании. Также и его друзья, кто знал о нас. Лишь спустя месяцы после происшедших событий появились заголовки о мести Сагамона Тейлериана в сербских политических изданиях. Сагамон Тейлериан Ассасинейшн Гнен Берлин. Есть любопытный случай по этому поводу.
когда наш прадед Мигран скупал все политические газеты на эту дату, чтобы Хачатур, отец Сагамона, не увидел и не переживал по Сагамону в связи с судом в Берлине. Гарне ев оро Хачатура чивахна инчгенен Сагамон Берлине. В конце концов, Сагамон после освобождения из зала суда сам приезжает в Валево, будучи уже большим героем, и рассказывает, что с ним произошло за эти долгие месяцы. Далее он меняет свое имя и уезжает в Белград и женится на Анаи Татикян, и у них рождается сын Шаген, его сербское имя Драголуб. Другой их сын Завен тоже был рожден в Белграде и в данный момент проживает в Сан-Франциско со своей семьей. Белград. Уриш Манче Завен Зенваде Белграда Ев Хима Ерпор Менге Хосинг Завен, Меликиана, Габре, Сан-Франциско, Сан-Франциско, Анданикин, Хет. В Армении я был лишь однажды. Там живет мой дядя Аарон Оскян, у которого я останавливался на несколько дней. Увидел там памятник Сагамону, слышал, что есть улица, названная в его честь. Я понял, что поступок Сагамона Тейлериана имеет большое значение для жителей Армении и расценивается как героизм. Хотя, как я говорил, изначально в Ереване и Тбилиси были против мести. Знаете, я считаю, что сейчас Армения должна идти другим путем. Нет нужды жить в прошлом. В Армении сложное окружение. Турция, Россия. Властям нужно вести грамотную, правильную политику. Вспомните, спустя 30-40 лет после Тейлериана появляется Асала, которая аргументировала свои поступки тем же. Нужно четко разграничить, что является террором, а что нет. Были убиты 1,5 миллиона армян. Убиты и главные виновники этого злодеяния – Талаат, Энвер и Джемаль Паша. Я рад, что с помощью Ютуба у турок есть возможность понять, кто такие армяне, где потомки Сагамона Тейлериана. Мы здесь, наши близкие, Ростом, дедушка Мигран, жили и живем в Валево и открыто говорим, что мы армяне. Кроме того, мы поддерживаем народ Сербии, поскольку вера у нас одна. Сербский народ очень похож на армянский, только они в историю не так сильно углубляются, в отличие от нас, поскольку мы помним историю, в том числе через поступок Сагамона Тейлериана. Все армяне, вы и я, когда сидим и разговариваем, по умалчиванию взываем к самим себе, как единый народ, вне зависимости от места проживания. Мы общаемся и взаимодействуем в рамках сами по себе. Եվ ինչ բետկությունը բետք է պոլոր գնեն, որո
Иравункутюна, куданг Ирарухет. Мой дядя Вазген Тейлериан, сын Седрака, в 1980 году с американским паспортом ездил в Турцию, чтобы найти дом наших предков Тейлерианов. По нашей информации, это должно было быть в селе Неркин Бакарич, сейчас называется Хакбилех. Вазген, в отличие от моего отца, немного владел турецким, поскольку в семье его отец Седрак и мать Макруи Тертериан частично говорили по-турецки. Когда Вазген приехал в село Неркин Бакарич вместе с переводчиком, спрашивают у него по-турецки: «Эрмени келеси нереди?» – «Где армянская церковь?» Переводчик жестом показал, мол, нету ее. «А вы знаете, что мне сказали, когда я был в ваших краях, и я у турок спросил, я говорю: «А у вас остались армянские церкви?» А они сказали: «У нас здесь нет армянской церкви, у нас есть грузинская церковь». И мне показали на армянскую церковь. Хотя это была именно армянская, но они ее назвали грузинской церковью. Да, но грузин там нет. Но они сказали, здесь армяне никогда не жили. Место горное и пустынное. Вазген, когда ездил туда по труднодоступным дорогам, поднялся на гору, поднял руки вверх и сказал: «Я пришел. Я бы хотел побывать в Неркин Бакариче и увидеть, где жили тейлерианы. Также в районах Эрзенка, Эрзрум и так далее. Очень хочу увидеть Западную Армению, где проживали армяне, да и наши селения были расположены, откуда мои предки. Взять оттуда горсть земли. Неважно, есть нынче эти селения или нет, но все-таки хотелось там побывать и привезти оттуда землю». Сейчас получается, что из всех родословных тейлерианов ни у кого не осталось фамилии Тейлериан в связи с безопасностью? Или у кого-то еще есть такая фамилия? Есть такие. На этом фото Хачатур, а у него на коленках сидит его старший внук Аветис, который родился в Сербии и жил в Сан-Франциско. Это Луси и Хназант, сын Мисакка, жил в Сан-Франциско и Калифорнии. У Аветиса Тейлериана было двое детей, Ара и Берч. Аветис женился на местной армянке Вардуи. Ара и Берч до сих пор живут в Сан-Франциско и носят фамилию Тейлериан. У дяди моего Вазгена не было детей, хотя у него было 5 жен. Поэтому фамилию не передал и умер в Мичигане, в Детройте. У его родного брата Варткеса есть сын Кристиан, который живет в Бостоне и является врачом-ревматологом с фамилией Тейлериан. То есть получается, не один только вы медициной занимаетесь, не только вы врач, есть еще врачи. Самая большая мечта Завена — съездить с семьей на историческую родину в Эрзинджан, Эрзурум, взять горсть земли из родных сел. Зарплата врача маленького городка не позволяет это осуществить. Поэтому, если вы хотите помочь этой семье осуществить мечту, и есть у вас такая возможность, то мы можем понемногу скинуться по крупицам, собрать и помочь ему. На всякий случай, под этим выпуском вы увидите номер банковской карты, куда вы можете перечислить свою лепту.
А если вы за пределами России, то просто свяжитесь с нами, и мы обговорим по системе переводов. Адрес электронной почты также под этим выпуском. Напоминаю, вот внизу под этим выпуском, потому что очень часто бывает, что в комментариях пишут: «Я бы хотел перечислить, а куда перечислять?» Еще раз, под этим выпуском имеется и номер банковской карты, и, соответственно, электронный адрес, через который вы можете со мной связаться и обговорить все эти действия. А сейчас я прощаюсь с вами. Увидимся уже только через месяц, но я всегда на связи. Лето, отдых, я лечу в Ереван, поэтому через месяц снова встречаемся здесь, на канале Антитопор. До свидания.